теперь с вами Андрей Захаров, и мы сегодня продолжаем играть в Лего Мировского периода. И у нас случился в прошлой серии первый глюк, поэтому ничего не поделаешь, как бы. Поэтому я решил, что мы сейчас пойдем в Мировского периода, посмотрим, смогу ли я пройти этот фильм в сюжете. А потом уже, если мне сможет пройти, потом уже загружусь во второй фильм. Если я там не смогу пройти, ну, буду, значит, свободную игру записывать, как бы. Без всех персонажей, как бы, тоже можно обойтись, поэтому, ну, подумаешь, как бы, бывает в жизни огорчение. Ну, глюки постоянно случаются, и в прошлый день об этом рассказывал, поэтому. Загружаемся в монорейс. И тут, кстати, уже изменили подачу сюжета немного. Ну как, почти. Хотя, конечно, я, кстати, с первым фильмом, на самом деле, я познакомился вот этим мировского периода еще, когда он мне приезжал с Москвы, товарищ, не Сережа, Глеб его звали. Он мне тогда показал фильм, и мне захотелось его посмотреть. А потом я же сам посмотрел все фильмы. Я все фильмы, кстати, посмотрел даже на даче вместе с ним. Да ладно, времечко. Кстати, Глеб, если ты смотришь мои видео, то привет. Или, Катя, передай привет ему, пожалуйста, от меня. Не забудь. Я тебя попросил. Ты должна исполнить. Только потом не пиши мне. Напиши мне в комментариях. А не в чат свой. Это сегодня ужасный. Да ладно. Я расстроен, что у меня глюк случился. Никогда в Лиге такого не случалось. Вот так я потерял. Вау, блин, загрузки постоянно случаются. У меня 130 гигабайт, какие, блин, загрузки? Кто-то потерял руку, они рассказывают, кто, какие конфликты случались. Может, почистил место? Как тебе остров? Hey, don't wander off, all right? Mom's not paying me for babysitting. Aunt Claire! Zara here is going to take great care of you until I'm done working tonight, okay? Зара за вами присмотрит. В общем, okay, приехали so, внуки и сестры мировского периода, и они смотрят типа парк. Okay? Они не знают, что еще с ними случится. Мистер Мазрани уже сам за рулем. Я уже получил права спорт 2 месяца. Покажите моего нового динозавра. Доминус Рекс. Это их первый прототип. Доминус Рекс. Это первый генетически модифицированный гибрид. Так значит, она разумна. Сам конец Доминус не рождалась. Ее создали. Хотя в точности, как первый фильм. Парк юрского периода. Хотя мир отличается тоже. Но мир юрского периода тут уже совсем другой, как бы. Парк это парк. А в мире уже тут все законы, и тут это настоящий мир. Кстати, Уэйн Грейди умеет лазить по всяким
вот таким штукам. Хорошо. Опять свинья сбежала. Это уже Legacy Undercover. Come on, Owen. Surely we can track down the little pig. Настоящая пушка. Типа пригонит свинку и отправь его к ним. Ой, у него есть крюк. Хорошо. По-моему, что ли, этот персонаж умеет как раз вот заряжать генераторы. Он, по-моему, не сейчас, наверное, персонаж. Это хорошо. Иди сюда, крюшка. А, мы сейчас тротик построим. Причем, кстати, опять глюк. Опять глюк. Попалась. Сюда, крышка, мы тебя сейчас на обед отведем. Тебя сейчас и едят. Опушка залазит точно в точности. Опушка залазит в точности, как Legacy Undercover. Да, вот эта штука умеет заряжать генераторы. И ты тоже оттуда. Может, они просто вдохновились и... Загон. Зон довольно-таки большой вообще. Это ж не поспоришь. Ну вот как раз чувак, который может скрывать. Блин, если это такой один уникальный чувак, я расстроен немного. Игру все-таки не пройдем на 100%. Но случались мне, конечно, баги не такие же. Ох ты. Я нашел мини-набор. Ничего себе. Блин, да? У меня есть геймпак. Кстати, где камера? Я, наверное, не включил. Вы, кстати, думаете, что 18 лет проходить игры на канал это плохо? Да наоборот, хорошо, 18 лет у тебя хотя бы есть опыт. Потом YouTube через некоторое время, когда закроют, уже будет не до этого. What happened to the equipment? Sorry, we took it apart for maintenance and we forgot how to reassemble it. Do you remember how to? Чего не хватает? Не хватает.
Вот генератор. Тот самый, кстати, скорее всего. Тот самый генератор, который мы не могли взять. Теперь мы знаем, кто это умеет. Барри. Сейчас опять будем динозаврами играть. Наши любимые дела. А вот у велоцираптора, кстати, интеллект есть. Понятно. А чего это люди помогают? Помогать стали. Или он их природил? Работай, гепард! Пройти его и посопить косуна. А фильм, помнится мне, они сразу же свинью загнали в угол. Динозавр еще не умеет это делать. Они же умные. Давай точку сохранения активируй. Раз и два. Интересно, почему они зеленые? Вот он, свинья. Я пятину ушла специально. Он сбежал, вы же не хотите его пустить? Разумное существо. Пружины. Пружинистые собрали. Какие разумные существа, если подумать что-то. Не видел я таких никогда. Опять не дотягивает, ты шу. Что ж тебе надо? А что ж тебе надо, гад? Вот, блин. Бах на бахе. Не зря я так ругали. Блин, я тоже думал сначала, типа, она не багнутая. Что? Вот видите, к чему старание приводит, значит... И убеждение. Купается. И опять убежала. Jump!
Откуда у них столько тоннель? Главное, кто их создал? Где он? Ну, камеру же не обманешь, поэтому мы не можем туда пойти. Умные люди сломали. Но в фильме такого не было. Поела наша хрюшка. Ну ути-ути, типа, не поймаешь. Ну вы же того умные динозавры, мы поймаем всех. Это я за них говорю. Я тут недавно смотрел это... прикол типа от Дениса Мейджера. Но я знаю, что это мазохист. Там. И он говорит типа... вот типа в играх, как меня раздражает, когда в играх... Когда в играх такие типа диалоги, разговоры, типа когда. Ну, я все запутался. Когда потусторонние русские люди озвучивают этот диалог. Типа комментируют все. А ему типа это не нравится. Вот. Мазохист нашелся. Мне наоборот нравится, когда игра полностью озвучена и даже прикалывается. Мне наоборот нравится. Видно, что деньги не пожалели на игру. Просто он играет в те игры, которые он в основном полагается на своих подписчиков, на свои друзья. На свою аудиторию работает в основном. Поэтому... поэтому Денис так и себя еще всего видит. Он играет с подписчиками своей аудитории постоянной. А у них там они постоянно Mario Kart 8, там, они подписку оплачивают, там, я не знаю. Ну ладно, это я перешагнул. В общем, они играют в то, что не надо играть как раз. Презентация Nintendo, он постоянно орёт о том, что там сплошные... типа JRPG. А ничего, что ты японская платформа, тебе надо на PlayStation тогда приходить. Как один чувак орал за тем, что почему на Microsoft не показывают такие игры, как у Sony. Потому что ты не на ту презентацию пошел, наверное. Вот зря ты пошел. Все тебе вместе с свиньей сажу. Blue, Charlie, no. I think we need to distract them from lunch, Owen. Yeah.
О, ну он умеет оказываться туда. Хотя он работает с динозаврами, поэтому не удивлен и так. Это все к чему? Не надо смотреть игры, которые тебе... Не надо смотреть презентации, которые тебе не нравятся, и ты постоянно орешь на тем, что это плохая презентация, потому что там нету игр, которые тебе бы запали. Я рай постоянно, что это сетевое отвращение, там, я не знаю, о том, что там плохие игры. Но зачем так делать? Не нравится, ну и не надо. Не делай такие дела, делай то, что тебе по вкусу просто. Вот. Мазохисты такие. Вы даже не представляете, сколько таких мазохистов. Таких людей. Эти рукоятки там. Да, они у тебя срок готовы есть. Чего тебе, приятель? Нужно полевое испытание. Я вижу, как они реагируют на команды. Это дикий зверь, Хонгсенсен. Их нельзя выпускать на волю. Наконец-то добились успеха. Это первое, что ему пришло в голову. Создать оружие. Мистер Грейди? О, я хочу вам кое-что показать. Новый вид, который мы создали. Мы хотим, чтобы вы осмотрели закон сказания неуязвимости. Доминус Рекс? Основной геном тиранозавра? Остальное засекречено. Где она? Только что было здесь, мы же ее видели. Я ничего не понимаю, мы уже несколько недель не открывали ворота. Эти царапины всегда там были? Зря они вышли. Ведь мы знаем, чем там все закончилось. Динозавр просто на... Хотя это спойлер, поэтому не будем об этом говорить. Хотя если это Доминус Рекс, тиранозавр, как он может через стену кстати, тоже лезть? Как он может? Если он слишком огромный для этого. Поэтому это явно не, их теория не доказана. Видишь, она пыталась сделать подкоп. О, еще один человек, который нам нужен был. Теперь мы узнали, кто это. Дали доступ. Вверх, вниз, вверх. Прям система Нибель. Can't see anything from up here. See if there's anything useful in here. О,
Ох ты там. Какое. Там кое-что и есть, оказывается. Интересно, он умеет собирать кости? Я так думаю, что да. И тебя фиг его знает. И даже не знаешь, что откуда здесь можно взять поезд? Тоже мне придумал. Какие тупые догадки. Вот если бы она умела летать, я не знаю. А вдруг она прилетела через эти укрытия? Бассейн откуда-то взялся. Ну, там тоже темнота. Ну там, скорее всего, какой-нибудь миноборд скрыт, поэтому... Like it did more digging than we thought. How do we get across? Can you fill the hole with water? Мне просто голос уже устал. Стена высотой 20 метров, ты правда думаешь, что она призрак? Не исключено. Серьезно? Кто знает, что за коттедж динозавра создали? Закон 11 говорит центр. Не бери покинуть закон, как вы поняли. О чем проблема? Она в законе, а рядом с вами. Вот об этом я и говорю. Если у нее гены динозавра, значит она различает движение. Ты гетись медленно. И лучше с маскировкой, а то у нас... Спорим? Ой. Ох ты, Тирекс пришел. Пришел покушать. Да, я вижу кости. Механический кролик. Это надо брать. Так, а эти царапины, кстати, мы можем сфоткать, интересно? Или мы не можем? Фотоаппарат, а у тебя есть? Нет, а у тебя? А, нас двое.
Вот это первого чувака, кстати, съели, я помню, если нет. Может быть, это более большой динозавр был. Тогда бы хорошо было бы. Ой, еще одна. Тут много фотографов. Вертолет там что делает? Опять жаркое. Пора перекусить. Ой, извините. Я опять вебку забыл включить, да? Это мой просчет. Вниз, сверху, вниз. Бежим, бежим. Хотя, учитывая, что динозавр большой, но легко, наверное, эту дверь сейчас выломает. Да. Он же большой и сердитый, он может выломать эту дверь. Тем более, тут динозавры ведь такие развитые, что они все могут. Открыл свой запах, чтобы динозавр не раскусил, кто ты. Фу. Evacuate the island. Эвакуируйтесь с острова. Ей вшивён датчик, я могу определить ее местоположение с этого управления. Миссия, кстати, довольно-таки большая, 30 минут почти. А то-то было по 15, по-моему. Но хотя эта игра и так большая, поэтому... Но зато теперь у нас есть, надеюсь, что люди, которые нам нужны для свободной игры. Вау, он крейди. Хотя он у нас есть внизу. Барри. Вот этот чувак нам нужен. Не контроллер, ник. Я так думаю, закончик Элис. И другие. Рабочий. Может найти службы. Ну, кстати, посмотрите, сколько транспорта мы не открыли еще. Это все. Один. Пахит цел фало. Блин, ну пахит цел фалозавр. Вот он нам не нужен, кстати. Нам нужен зеленый. Нам нужен, кстати, еще зеленый динозавр, который. Который плюет с кислотой. Нам нужен. Без него, потому что мы не сможем ломать вот эти блоки. И слону было мирского периода.
Юрский парк туда. О, за Ник играем. Зак играй. Племянники. Чё, всё посмотреть? Кстати, этот остров такой же большой. Ну, этот, ну не сильно большой таки. Хотя тут, конечно, хорошо на самом деле тем, что тут хотя бы... Тут хотя бы зона вроде как без загонов, я вижу. Хотя бы. Потому что зона с загонами, они такие, думаешь, что ж вообще, в них выхода не найдешь. Съемка где-то. Что-то петь. Игра стала. О, кстати. Как раз выполним. Если встретил. О. Третий. Так, ну это гиросфера, скорее всего, я так думаю, да? То, что там уже большая глава, поэтому все, всем пока. Я пойду.